Всем привет, дорогие друзья, рад вас приветствовать. Сегодня у нас будет на обзоре Nissan GT-R R35 в цвете Space, по-моему, как-то так он называется. Машинка это у нас спорткар, по-моему, двухместная, потому что как бы я ни подходил, у меня почему-то никак не получилось отодвинуть сиденье, чтобы попасть назад, хотя вроде бы сиденье там сзади есть, но я не вижу кнопочки, чтобы сиденье отодвинуть, вот, поэтому могу рассуждать, что все-таки этот автомобиль двухместный. Могу ошибаться, может быть, где-то есть эта волшебная кнопка, вот, но которую я найти, к сожалению, не могу. Вот, куда бы я только не наводился перед обзором, тыркался-пыркался, но что-то я так и не нашел эту волшебную кнопочку, где можно попробовать нажать. Ну-ка, а вот так вот чисто. Не, чисто вот так вот нажимаешь, садишься за руль. Не то что-то, да, не то пальто. Я не знаю, как отодвинуть, короче. Ну, вроде бы сиденье сзади, вон, видно. Вот, по визуалу, да, то есть у нас вот такая подкапоточка, достаточно все очень симпатично. Спереди у нас расположен двигатель. А то, вы знаете, на последних обзорах что-то все сзади, да сзади. Даже необычно уже порой становится смотреть на двигатель, когда он спереди расположен. Вот, все классно, все прекрасно, все замечательно. Самые дорогие номера в мире здесь у нас установлены. Вот, давайте, да, наверное, даже вот это все дело мы уже прикроем. Все, мы посмотрели, все оценили. Какой взять руки, бог с тобой. Так, а закрыть ты что, не сможешь? Вот. Я хочу закрыть. Вот, закрыть. Вот. По расцветкам, ребят, присутствует, по-моему, 5 расцветок этому автомобилю. 5 или 6. Я сейчас на экран, безусловно, все это дело выведу. Вы можете посмотреть, оценить. И понравившийся автомобиль вы, собственно говоря, можете приобрести. Приобрести вы можете как на сайте Green Garden, так и, собственно говоря, за игровую валюту, хоть вот на алтаре. Вот. Присаживаемся. Хотя нет, не присаживаемся. А, кстати, смотрите, а что это у нас? Вместительность... А, это тиммейты. Тут у меня уже тиммейт насувал. Всякая-всячина, короче. Значит, по вместительности присутствует у нас аккумулятор, радиатор, свеча зажигания, лампочки, кузовные элементы, значит, канистра, три компакт-диска, рюкзак и слот под оружие. Вот, тиммейт тут уже напихал сюда рюкзаков, он на 250. Непосредственно 1000 слотов непосредственно в самом автомобиле. Вот, никаких бочек здесь нет. То есть, я так предполагаю, машинка вот эта уже подрезана, что называется, по слотам, что ли. Вот, потому что прям удивительно, что в этом автомобиле нет бочек. Возможно, так оно будет во всех автомобилях в будущем. Так что вполне возможно, что так и это, что так и будет. Что-то я забрехался, короче. Я хрен знаю, что-то говорю, а что говорю, не знаю. Вот, ладно, давайте присядем вовнутрь. Салончик, блин, ну прям симпатично, очень классно. Не, ну видите, прям очевидно, сзади есть сиденье, почему я на них попасть не могу, почему сиденье не двигается. Прямо даже удивительно, потому что вот на всех машинах, которые я делаю обзор, если есть сзади сиденье, сиденье отодвигается, и спокойно мы располагались на заднем ряду. Ну, здесь что-то оно как-то не так, видать, работает. Ладно, давайте заведем автомобиль. Побегать можно. Так, первую передачу. Поехали, стрелочки работают. А, с открытым багажником я поехал. Ну, вообще не по фэншую ездить с открытым багажником. Он еще и парусить будет. Скорость будет от этого у нас маленькая. Я шучу, конечно. Ну, чисто визуал. Ну, чисто визуал. Ну, кому как, а мне принципиально. Поехали. Отсечка. Третья скорость. Третья передача. Так, отсечка почти. Ну, 190 было. Он и больше разгонится, он и 200 он будет тут, короче говоря, и за 200 будет. Вопрос то, насколько сильно в этом нам будет помогать дорога, да, то, насколько длительная будет она, прямая, асфальтированная желательно. Поехали. Машинка красивая, симпотная, лично мне очень нравится. Пишите в комментарии ваше мнение. Ой-о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 й
списались, могло быть и хуже, как говорится.
Ну, в принципе, ребят, как-то вот так. Прокатились мы на машине. Машина быстрая, но бывает и быстрее. Вот, но учитывая, что машинку можно купить на алтаре, я считаю, это вполне очень даже неплохо. Вполне неплохая машина. Купили и довольны, катаетесь, тем более она вон присутствует в достаточно большом изобилии цветов, да, то есть на сайте приобрели, тикет написали, хочу другого цвета, все дела, вот, и получили любой из других цветов, которые я ранее представил на экране. Вот, на этом я закругляюсь. Огромное всем спасибо за просмотр. Подписывайся, где можно подписаться, отслеживаем, где можно отследить. Ссылки все необходимые присутствуют под видео. Всем спасибо и всем пока.